Здравствуйте, дорогие друзья. Псалом 132. Первое, что написано, этот псалом рекомендуется читать тем, кто дает напрасные клятвы, обещания, обеты. Это очень плохо написано с точки зрения того, что обеты, невыполнение обетов всегда очень плохо отражается на судьбе. Поэтому, чтобы этого не делать, если человек привык, вот читаю этот псалом. В одной из магических книг Сефер Тимуш Тегилим сказано, что тот, кто читает 132-й псалом каждый день, он всегда будет любим и уважаем друзьями. Там же говорится, что данный псалом делает так, что те, кто его постоянно читает, у них появляется больше друзей. Это очень полезный псалом для тех, кто хочет развивать свои отношения с людьми. Еще написано в других источниках, что этот псалом полезен тем, кто работает в коллективе, чтобы люди тянулись к нему, с большим уважением подходили. Поэтому, если у вас есть какие-то нелады в коллективе или вас окружают сложные люди, читайте этот псалом. Трижды в день написано, его надо читать, и вы будете окружены людьми, которые будут вам, к вам хорошо расположены, искать вашего даже расположения. Но тут есть хитрость, написана в старых книгах. Нужно для этого умыться сначала и, не вытирая лицо, пока оно мокрое, читать псалом трижды лицом на восток. Читать нужно каждый день хотя бы 21 йен, чтобы сила псалма работала и укрепляла. Я не пропагандирую псалом, я говорю то, что написано. Но написано же в конце, что за этого будете благодарны, люди к вам будут тянуться люди. В другой книге написано, что если написать псалом на кусочке кожи, носить на себе, то это очень хорошо действует. Есть еще его, 7 раз прочитать его на благовонное какое-то масло, любое, потом помазаться ими, можно идти куда угодно навстречу, будут принимать с уважением, радушно. И написано, что это хороший метод, если нужно там, на работу устроиться, собеседование пройти, вообще там, где будет решаться твое дело, или получить хороший ответ и так далее. Если взял на себя обет, недер обет, и не можешь его выполнить, тоже читается этот псалом. От нарушения обязательств, чтобы помочь. И за того, кто сварлив, следует читать ежедневно. Вот, пожалуй, все. Брахава от слаха.